Дорогие мои, хочу вам сегодня показать одну вещь. Вот угадайте, что это? Вот сейчас большинство из вас скажет, что это огурцы, да? Огурчики. Нет, это авокадо. Вот, пожалуйста, это авокадо. Бескосточковая, килограмм 20 лир стоит. Вот она вот такая, без косточек, килограмм 20 лир. А вот рядом уже такие авокадо, уже с косточками. Вот, вот такие. Это авокадный центр, можно сказать. А это вот без косточки, чтобы не путали. Без косточки авокадо. Вот она. Авокадо без косточек. Вот это я понимаю. Это настоящий огурчик. Можно сказать, что это огурчик. Но это не огурчик, это авокадо без косточек. Понимаете? Авокадо. Супер! Вот они разные бывают. Большие. Вот такие. Вот такие пупырышками. Вот такие. Они уже дорогие, большие. Ну, дорогие как? 3 штуки 10 лир. Вот они, 3 штуки 10 лир. Вот. Тут уже 4 штуки, вот у них 10 лир. А вот уже 7 штук, вот это 10 лир. Так что вот такие дела по авокадам. Всех вам благ. Пока-пока.